Всем привет из солнечной Флориды. Мы сегодня в Александр Спрингс. Хотя я думаю, что нас не услышите через это стекло. Здесь мы занимаемся обычно скубодайвингом. По крайней мере, тренировка. Пещера здесь опускается метров на 20, а потом еще глубже. Смотря насколько ты профессионал. За буйками у нас здесь водятся и аллигаторы, и хищные рыбы, и хищные змеи, и всякая разная живность. Ракузы. Как видите, мы пришли немножко поздновато сегодня. Мы пришли в 10 часов утра, и здесь уже набито людьми. Обычно мы приходим первыми в 8 часов утра. Здесь прекрасно. Вода не мутная. Всегда 72 градуса Фаренгейта, это примерно 72 минус 32, получается 40, примерно 20 градусов тепла всегда, вода, и зимой, и летом. Пошли поплаваем еще раз. Mm-hmm.